Ну, сыграйте, что умеете. Это прикол? Ты же умеешь играть. Я же вроде учитель, мне надо чему-то обучать. Николай, тебя узнал. На самом деле, я просто... Неплохо. Очень неплохо. Лайк. Всем привет, друзья! В этом видео буду звонить преподавателям, которых нашел на Авито, и брать у них уроки по гитаре онлайн. Новичком притворяться не буду, буду сразу играть нормально. Посмотрим на реакцию преподавателей и чему они смогут меня научить. Недавно снова посмотрел статистику канала и увидел, что меня смотрят 73% людей без подписки. Так что попрошу подписаться на канал и поставить лайк. Как вы видите, у меня новая гитара. Если хотите такую же или лучше, то хочу порекомендовать музыкальный магазин Skiff Music. Skiff Music — это живые музыкальные шоурумы в центре Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Также более 60 тысяч товаров на сайте. Ребята собрали огромную коллекцию крутых гитар, начиная от редких винтажных экземпляров из США и Европы, заканчивая новыми крутыми инструментами. Каждый шоурум оборудован гитарной мастерской с профессиональным мастером. На все инструменты действует пожизненная гарантия. А доставка осуществляется в любую точку мира. Но это еще не все. Вот уже более года ребята разыгрывают крутые гитары. Заходи на сайт skiffmusic.ru, сделай покупку на сумму от 2000 рублей, и ваш номер заказа — это и будет лотерейный билет. Кстати, гитары разыгрываются каждый месяц среди покупателей. Так что желаю всем удачи. Применяй мой промокод Николай Попов на покупку и получи 5% скидки на любой товар. Ссылки в описании. Так, здравствуйте, слышно? Здравствуйте. Вы прям с гитары, я смотрю, сразу. Молодцы. Вы, как я понимаю, что-то уже знаете, да? Ну да, я уже играл некоторые песенки. Так, хорошо. А какую цель вы ставите в наших заданиях? Просто решил позвонить, чтобы вы проверили мои ошибки. Ну, сыграйте, что умеете, я не знаю, если ну, вы так хорошо... Ну, я вот просто... Там вот, например, такое... Ну, слушайте, это очень круто. Я не знаю, какой проф от меня есть. Ну, не знаю. Ну, есть замечания какие-нибудь, может быть? Нет. Это, наверное, не мой род деятельности. Давай попробуем на акустике попробуй, что еще одну песенку сыграем. Может, в ней что-нибудь не так? Я буду щемиться. Это мне надо будет у вас уроки брать. Так вот. Ой, классная гитара. Ну. Фристайлинг, да? Это Take Me to Church называется песня. Нет, песню-то я знаю, нет, я про вид игры. Это же фристайлинг. А, это фингерстайл, да. Да, а там классика, да, была. Да, извините, я перепутала. Ну, слушайте, если это какой-то влог на YouTube, такой типа розыгрыш людей, очень классно. Не, ну серьезно, признавайтесь, там где-то скрытая камера. Ну да, да, это розыгрыш, да, был. Лайк. Здравствуйте. У вас... Да, давайте познакомимся для начала. Вас Николай зовут, правильно? Да, Николай. Очень приятно. Меня зовут Юлия Сергеевна. Давайте с вами, ну, немножко поговорим о том, почему вы решили заниматься гитарой. Есть ли уже какой-то опыт? Ну да, уже играл, да, я вот немножко там, ну, Цоя там, вот вчера выучил, например, хотел бы показать, вот. Ну и чтоб вы посмотрели, что можно исправить или какие ошибки, может быть. Ну, покажите, что умеете, что вот вчера пробовали. Вот.
выучили, да? Да. Неплохо. Очень неплохо. Ну, я бы сказала, что вы отлично учитесь, если учитывать, что это за один день действительно, то это, конечно же, отличный результат. Давайте попробуем еще другие песни. Знаете песню Imagine Dragons, Demons? Не, я знаю только Imagine Dragons. Я забыл, как она называется, но вот это вот. Как давно вы занимаетесь на гитаре все-таки? То есть вы знаете по факту и аккорды, и по табам умеете, да, играть? Да, и ноты еще знаю. И ноты знаю, вообще отлично. Чему вы хотите научиться? Ну, а вы для себя это делаете или планируете куда-то дальше? Что-то? Конкурсы? Да нет, YouTube снимаю, как бы. С гитарой знаком вообще, вот знаешь анатомию? Ну, то есть, что... Ну, да, я, да, уже пробовал, да, играть немножко. А игра на гитаре — это переборы. То есть, в основном переборами, допустим, играется романс. Ну, вот есть романс такой. Ой, сюда. Что-то я точно не туда. Ну, я могу вот романс показать. Я вот это тоже учил, вот этот вот, который ты играла сейчас. Давай. Я свое обучение начала с этого романса, я его просто ненавижу. Мне очень трудно давалось достаточно играть с ним. Я вот знаю первую часть, и, ну, есть у меня, чтобы именно показать, но сама я его не люблю. Нервы, Земфира, они все играются боем. Бой — это... Знаешь, что такое бой? Да, да. А какие знаешь? Ну, или умеешь, может, играть уже? Бой? Ну, не, ну да, там... Бой, знаю, там какой-нибудь. Ну, например, вот. Ну, несколько боев знаю. Вот. Ты уверен, что не умеешь играть? Нет, ну я как бы не, я умею играть, но можно дальше там что-нибудь. Ну, а что именно тебя интересует из игры? Там, например, я учил еще вот такую. Реально не... прикол? Ну, а есть какие-то ошибки? Я даже не могу понять. Отлично играешь. Что значит ошибки?
Ну, просто я решил позвонить, спросить, может быть, что-то не так, там, ну, проверить себя, вот. Ну, может, там что-то дальше, там, какие-то замечания, там, нет? Вообще нет замечаний, я учу пней в основном. Кого? Пней, скажем так, это я так выразилась, просто вот ко мне приходят с такими глазами, что это вообще за кусок дерева? Я говорю, вот это вот, да, а вот это, да. Ну, понял. Ну что не умеешь? Я же вроде учитель, мне надо чему-то обучать. Ну. Мне надо чему-то обучать. А чему мне тебя обучать, если ты играешь лучше меня? Ну ладно, да, это прикол был. А, я видео попала? Я видео попала? Да. Вот. Канал называется... Я звезда. Николай Попов называется канал, вот как я звонил, так и называется. Вот. Ну, если хочешь, могу оставить там, если нужно, там, какие-нибудь ссылки или что. Нужно? Да. О, давай, а может, Инстаграм? Здравствуйте. Так, а чему вас обучить? Ну, вы фингерстайлом говорите, учите. Ну, да, аккорды фингерстайл. Что вас интересует конкретно? Ну, не знаю, ну вот у меня гитара... Говорят, надо вот такую, как у вас, да, акустическую. У меня пока классическая вот гитара. А я уже... сколько вы играете по времени? Ну, час, где-то час-два бывает в день. Вы, то есть, ну, сами учитесь, да? Ну да. А что вы конкретно хотите изучить? А может, вы предложите что-нибудь, нет? Что можете фингерстайлом показать? Мартина, если вы знаете такого. Ну, Мартин Патерзалек есть такой. Угу. Ну, слышал, да. Вот. Могу, в принципе, сыграть. Ну, покажите, да, что-то. Это уж слишком круто так. Это... А долго учили? Ну, я в этом стиле, на самом деле, недолго играю. Ну, конкретно в этом. В сколько? Ну, второй месяц, получается, идет, да. Ну, серьезно говорю. Я до этого увлекался там простым народным фингерстайлом. А народный это простой? Это какой? Это что именно? Ну, как? Нет, в смысле... Короче, не то, что простое, а то, что в другом стиле просто. Есть, типа, разные, на самом деле, сложности у каждой мелодии. У каждого стиля есть своя сложность, но конкретно вот эту барабанщину, как я могу ее назвать, по-другому не назовешь. А какой стиль еще, да, более простой фингерстайл, это какой? Ну, типа... Ну, такое стандартное именно... Ну, короче, если честно, я пока что умею играть буквально вот сколько... Вот то, что я играл, это «Баба Яга» называется произведение. Ну, и то есть я только в процессе конкретно фингерстайла, ну, другой сложности. Я не профессионал в этом конкретно фингерстайле. А в обычном я могу что-то стандартное вам помочь, ну, научиться там.
Ну или как-то продвинуть вас. Ну, давайте может, что-нибудь попробую там, да, исправить. Что-нибудь сыграть. Ну, я вот в обычном весь играю. Бомба, я скажу так, что у тебя действительно, как сказать, есть хороший уровень. Ну, то есть, если не считать вот то, что вот это вот я играл, ну, я это не беру в счет, извиняюсь. Ну, то есть, это достаточно и так сложный уровень. Что типа, но тот, который именно я вам пытался объяснить, там немножко другая техника. Ну, то есть, мне сложно вам это объяснить, но вы, думаю, поняли. А конкретно, что вы сыграли, это действительно тоже уровень. Ну, мне есть, показалось, это я вот то, что вот вы играли там. Ну, не пробовал, правда, не пробовал. Мне кажется, там больше гитара акустическая подойдет, наверное, да? Или да, нет? Да. Мне это, кажется, нам... Нейлоне... Я вот на хочу... нейлоне такое не совсем... получится. И... Так что вам конкретно нужно? Ну, я не знаю, на ошибки у меня были какие-нибудь ошибки? Нет, все было идеально, Вот. В принципе, нечего исправлять, все нормально. Я просто, ну, сейчас в таком сомнении, я не знаю, то, что вам конкретно, у вас все и так идеально в этом стиле, в котором вы сейчас играете, я не знаю, типа, в чем вам помочь. Все стили по-своему прекрасны. Кто-то поет, например, под аккорды. Я вообще на это и рассчитывал, что вы будете петь. А вы и так хорошо сыграли. Ну, я сейчас что-нибудь из классики тогда сыграю, там пробовал. Да, конечно. Roland Deans Folk, не знаете так? Ну, отрывок. Знакомое что-то. Right. Как раз я смогу сказать, что вот это уже да, вот это уже у вас уровень. В конце тоже использовали всякие слэпы, всякие... Ну да, там написано, да, было. Перкуссию. Да. Перкуссию, да, то есть, ну, как бы у вас и так скилл. В общем, я могу сказать, что... Боря, привет. Николай, тебя узнал. На самом деле, просто... Подожди, ты меня узнал, что ли? Да, 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 с самого начала, если честно, короче, когда я отходил, чтобы, ну, просто, я не знаю, чтобы от эмоций отойти, что у меня поднялось давление, и я не знаю, у меня, ну, мне стало, как бы, я испугался, и в то же время я обрадовался, я как бы не знал, что сказать, поэтому я просто отошел успокоиться. Я даже, если честно, сейчас у меня переполняет много эмоций. Это вот. Вообще просто, я не знаю, я смотрю, мы каждое твое видео смотрим, и я просто не знаю, я вообще даже на это рассчитывать не рассчитывал, что типа ты мне, я думал, просто будет обычное занятие с обычным человеком, а тут ты мне тут звонишь. Я вообще думал сначала, что в некоторых твоих видосах, что типа ты встречался с людьми, с которыми я уже видел на других каналах. Я сначала подумал, что это постанова, но сейчас я тебя встретил, и просто, я не знаю, мне кажется, у тебя ни одной постановы нет. А ты, кстати, круто играешь. Я, кстати, так даже не умею играть, на самом деле. Спасибо, вот. Но ты все равно вот эти всякие лютые арпеджио у тебя тоже есть в какой-то части. Но... Когда ты там начал. Но я сейчас планирую такое вот изучать, вот то, что ты играл. Если понравилось это видео, то поставь лайк, подпишись на канал и отправь это видео своим друзьям. Всем пока!